Хачинчай, Гаргарчай и два водохранилища на них. 97 кяйризов, 327 субартезианских колодцев и 1000 родников. Такими были водные ресурсы Ахдама до оккупации. Сейчас же это просто статистические данные. Потому что после почти 30-летней оккупации осталась лишь картина разрушенной и уничтоженной территории. Самые известные кяйризы в Ахдаме – Кервент, Абдал, Гюаблы, Шихбабалы, Шелли, Мерзели, Новрузлу, Багманлар, Юсифчанлы, Мурадбели, Шахбулах отличались богатым минеральным составом и легкой пресной водой. На протяжении сотен лет потребности Ахдама в воде обеспечивали кяйризы. Но когда-то говорливых, звонкоголосых кяйризов сегодня просто нет. Кяхризы – это с горных вершин чистая отфильтрованная вода, которая подходит и для питья, и для орошения. Во время оккупации 95 из 97 кяхризов района были полностью уничтожены. Наши кяхризы – это наше богатство, внесенное в Красную книгу. Кяхризам не требуется электричество и какие-либо расходы. Армянские вандалы уничтожили не только кяйризы, но и 327 субартезианских колодцев на территории Ахдама. Разграбленное электрооборудование, водоподъемные трубы, насосные агрегаты и другое оборудование 327 субартезианских скважин – это просто гнусное преступление. По-другому просто нельзя сказать. Все колодцы завалены камнями, поэтому большая часть колодцев не подлежит восстановлению. К тому же территория вокруг колодцев целенаправленно заминирована. Как и другие территории, водные источники также заминированы. Я и сам подорвался на мине, когда осматривал артезианский колодец, проводил инвентаризацию. Согласно отчету за 1990 год, в Ахдамском районе насчитывалось 49 900 гектаров орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. И при орошении использовалась вода, поступавшая с горных вершин. Орошали из правобережного канала водой из Сарсанга, из водохранилища на реке Хачинчай, из водохранилища Ахдамкент на реке Гаргарчай. Из 97 кяхризов из 365 километров оросительных каналов, закрытых трубопроводных сетей, гидротехнических сооружений, гидропостов и других источников воды. Также использовались 327 субартезианских сооружений. После освобождения Ахдама от оккупации началось восстановление водных источников. К эксплуатации готово водохранилище Хачинчай объемом 23 миллиона кубометров воды. В следующем году будет отремонтировано водохранилище Ахдамкент. Несмотря на большие финансовые затраты, планируется также восстановление кяхризов и вновь бурение субартезианских скважин в Ахдаме. Эльнур Тофик, Эльмин Исфендиаров, Кемаль Асискызы, новости АСТВ.